коллеги, это обзор рынков от компании Secmillan, я Артур Идиатуллин. Реакция американских облигаций на серию недавних понижений ставки ФРС сулит положительные перспективы для американской экономики, заявил глава Федерального резервного банка Сент-Льюиса Джеймс Бурд в четверг, добавив, что он готов занять сейчас выжидательную позицию, чтобы посмотреть на дальнейшую динамику, чтобы оценить эффект этих понижений. По словам Уорда, ФРС провел серьезные изменения в политике в 2019 году и имеет смысл подождать и проанализировать, как экономика отреагирует на эти изменения в четвертом квартале и в 2020 году. Этими словами он, конечно же, подтверждает позицию главы ФРС Джереми Пауэлла, что без существенного спада в экономических прогнозах, без их существенного ухудшения, ФРС больше не будет понижать процентную ставку, по крайней мере, до конца 2020 года. А рост выпуска, по мнению Буорда, с учетом понижения ставки, с учетом эффектов понижения ставки, может превысить 2% в 2020 году. А серия из трех сокращений ставки привела к положительному перераспределению спроса между дальними и короткими облигациями. Спрос на короткие вырос, а на дальние упал, и, соответственно, это привело к увеличению спреда между дальними и короткими облигациями. В соответствии с теорией ожиданий, которая частично объясняет предпочтение инвесторов на рынке облигаций, такая динамика говорит об ожиданиях повышения краткосрочной рыночной процентной ставки в экономике, что, естественно, характеризует экспансию, то есть экономический рост. А с другой стороны, как я привел на графике, трем предыдущим рецессиям предшествовала такая динамика, как снижение спреда между дальними и короткими облигациями, и затем его последующий рост. Так как фирмы перестроились на новые цепочки поставок для работы в среде высоких тарифов, пусть хоть и менее эффективно, благоприятный исход торговых переговоров, это будет положительный шок для роста на фоне вот такой перестройки. Кривая доходности США вновь сейчас приобретает положительный наклон, и это говорит о сокращении разрыва в недопонимании между рынком и ФРС. Ярким примером такого недопонимания был конец 2018 года, когда ФРС ожидал, предсказывал, что ставка в 2019 году должна будет повышена еще 3 раза, но рынки воспринимали такие ожидания, как ошибку в политике ФРС, и, будем говорить, требовали понижения ставки или хотя бы паузы. В итоге ФРС пришлось сдаться, и глава ФРС Пауэлл сменил риторику, сначала объявив о паузе, а затем уже ближе к третьему кварталу 2019 года о том, что требуются превентивные или страховочные снижения ставки. А в кривой доходности это недопонимание в конце 2017 года выражалось как раз-таки сокращением спреда между дальними и короткими облигациями до минимума, до 0%. И это говорит о том, что переход данного спреда в рост, он схож по динамике со всеми предыдущими случаями, когда наблюдалась рецессия, поэтому стоит проявлять повышенное внимание вот к динамике, которая происходит сейчас, так как она вот повторяет все три предыдущих примера. Сейчас же, по мнению Буорда, рынок начинает видеть ту же траекторию ставки будущей, что и ФРС, что, естественно, устраняет этот разрыв коммуникации, что обеспечивает правильную реакцию на решение регулятора. Наряду с Нейлом Кашкари, Буорд является традиционным голубем среди менеджмента ФРС. Открытые заявления с его стороны, да вообще с левого края спектра мнений, так он находится у нас в левом крае, будем так говорить,
Его слова, его комментарии о том, что ставка должна остаться на нынешнем уровне, по крайней мере, до 2020 года, говорит о том, что идеям о дальнейшем смягчении, о дальнейшем сокращении ставки сейчас просто неоткуда взяться в рядах ФРС. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.